к месту пожара прокладывалась магистральная линия для бесперебойной подачи воды, расстояние около 180 метров. Ликвидацию пожара удалось осуществить более чем через 4 часа. На пожаре работало 6 единиц техники, 16 человек личного состава. К данному зданию ни электричество, ни отопление не было подведено. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, но дальше будут дознаватели работать по данному факту пожара. Погибших, пострадавших при пожаре нет.